Здравствуйте, дорогие школьники! Мы с вами продолжим тему о частях речи. Сегодня мы выучим числительные. Числительные – часть речи. Те слова, которые обозначают предмета при счете количества, называются числительные. Числительные бывают количественные и порядковые. Количественные – это 1, 2, 3, 4, 5. А порядковые – это 1, 2, 3, 4, 5. Обратите внимание, как пишется с единой до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мягкий знак пишется в конце слова. А сейчас посмотрите, как пишется с 11 до 20. 11. 1 положили на 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Здесь мягкий знак пишем в конце слова. Посмотрите, как пишется десятки. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А теперь посмотрите, как пишутся сотни. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Если существительные мужского рода, то числительные тоже мужского рода. Например, один человек – мужской род. Если существительные женского рода, то числительные тоже женского рода. Одна девочка – женский род. Если существительные среднего рода, то числительные тоже среднего рода. Одно яблоко – средний род. Ну, дорогие телезрители, спасибо за внимание. С любовью представила для вас. До свидания.